Продолжаем искать хранителя лабиринта. Отправляемся в локацию. Край земли. Понял. Что такое? Я был к этому не готов. Пережить нападение корня. Окей. Вот он. Это кто такой еще? Что за зверек? Отдыхай. Откуда он? Вон он из угла, блин, шкерится. Вот это еще штучки. Ну все, отстрелялся. Серьезно? Быстрее, быстрее, сьюзай. Еще, еще, еще вот эту вот штучку юзай. Легко, блин, этот пулеметчик еще тут появился. Че, все, я на этой локации все выполнил. Подобрать тебе. Раз не стреляешь в нас, стреляй в чертовых сорняков. Все понятно. Не хватает. Ой. Горим. Некуда класть. Не хватает места. Он что-то сверкает, что-то интереснее.
бы взять. Серьезно? Ключа нету. Блин. Зря за использовал, ну ладно. Не хватает места. Где мне этот ключ найти? Интересно. Лом, лом, цветолом, металлолом. В общем, здесь все, ничего интересного. Дальше некуда идти. Если только, конечно, забраться можно. Ладно, уходим. Надо с этими еще сейчас поговорить, с местными тут пришли. Больше здесь ничего интересненького нету. У нас все под контролем. Благодаря тебе, конечно. И если бы не ты, нас бы убили. Спасибо. Ты молодец. Ладно, еще свидимся. Оп. Ага. Да уж, у тебя стальная выдержка. Ничего. Прорвемся.
Да все будет в порядке. Мы благодарны тебе за помощь. Мы бывали в разных передрягах, но такое впервые. Ты хороший человек. Таких нынче редко встретишь. Теперь есть ключ. Теперь можно открыть. Кто-то. Вопрос в том, что я не помню, где эта дверь. Я уже забыл, где эта дверь находится. По-моему, в конце там карты. Ага, нихера. Вот. Вот это что ли дверь, нет? Нет. Так, ищем дверь. Вспоминаем. Блин, я забыл, офигеть. Вон там. Тут что ли, где нет? Такое ощущение, вот где-то здесь. Но это точно не здесь. Не залезет? Нет, ладно. Точно не здесь. Вон дверь. Это не та дверь. Это тоже не та. Наверху что ли где-то? Во. Оп. Отлично. Пулемет Томпсон. Да ладно, серьезно. Че, его что ли, блин, взять? Блин, я вот этот оружие, ствол, конечно, уже прокачивал. Ну, как пистолет будет, прикольный. Сейчас я здесь вот это поменяю. Прикольно, Томпсон. Блин, я его теперь буду прокачивать тогда, этот пулемет, блин. Круто. Не хватает места. Я так понимаю, у меня теперь есть ключ. А, еще и таланты два могу прокачать сейчас. А, все, ключ, все, пропал. Ну ладно. Так, два таланта могу прокачать.
Отлично. А вон и контрольная точка. Так, мне надо как-то спуститься туда. Вот. Возвращаемся обратно. Значит, нам не сюда. Ну, сюда, ну, пулемет получили. Офигенный. Это прикольно. Я его теперь буду прокачивать, этот пулемет, блин. Ну чё, где вы? Вообще крутой, да. Возвращаемся на базу. Обратно. Домой. Так, у него разброс, конечно. Надо установить на него. Кто-то бежит. Да? Нет, показалось. Так, я хотел установить на него модификатор еще какой-то. На пистолете стоит, что ли? Так, а здесь? Отдыхай. Что прикольно, они прям вон назад отлетают. Монстры. Всех завалил. Кто здесь?
зараза, на тебе. Килки кончились, понял. Надо успеть добежать. Тогда я уже прибежал. Контрольные точки. Так, перемещаться мы не будем. Нам надо вот сюда. Теперь нам надо вот сюда пройти будет. Так, она что-то говорила про смотри в небо. А чё в небе? Здесь все вон заросшее. Они прям сразу начинают стрелять, чувачки, ты этим по ним выстрелишь. Так, чё про небо? Смотри в небо, говорит. Чё там, я правильно иду? Да, я правильно, на правильном пути. Так, а вот это чё за мост? Давай-ка по нему попробуем перейти. Я тут раз пытался. Сейчас проверим. Перейти. Чего, где ты? А. Хитрец какой. Ага, здесь вон. Спуск есть. Давай-ка сюда спустимся. Так, а здесь я типа не был. Еще я здесь не был. Или был? А по-моему был. Спускался уже здесь.
патроны. Ух ты ж, там сейчас будет у нас замес. Да, сейчас будет замес. Так, надо заюзать что-нибудь вот это вот. И вот это. Да откуда? Сзади, что ли? А, ну, насквозь прострел. А, вон он. Нихера себе. Нелегко было. Это да. Тут ты прав, это нелегко было. Так, а вон там что? Ладно, там потом посмотрим. Сейчас мы прокачаем наш пулемет Томпсон. Сейчас мы его прокачаем. Так, а у нее еще что-нибудь есть? Привет. Что еще? Что? Надеюсь, оно того стоит. Ага, иди. Ничего уже. Нету. Иди уже. А, рад тебя видеть. Вон Томпсон, даже пулемет у него. Конечно. Так. Все, его прокачал на максимум. Продавать ничего нельзя. Береги себя. Понял. Теперь надо... к матери дерева подбежать. Вестник снов. Это все, что я могу тебе. О, осколок дракона. Сейчас создать. Отлично. До встречи. Чем могу помочь сегодня? Давай глянем. Береги себя.